короче, Hello, это я, и сейчас мы разберем песню «Молчат дома, люди надоели». В общем, так, поехали. Что тут у нас играется? Ну, стоит отметить, конечно, что так как это постпанк, у нас тут часто используется реверберация какая-нибудь, не знаю, дилей, хорус, короче, много эффектов всяких. Вот. Поехали. Что у нас играется во вступлении? Так. Да, вот как вот, вот так. Короче, во вступлении у нас играется вот такая фигня. Не знаю, я не буду прям, опять-таки, конкретно, подробно все объяснять, потому что я, наверное, вот тут прикреплю табы. И я думаю, будет достаточно вам табов, чтобы понять, как это все играть. Сейчас просто медленно это все сыграю под табулатуры, вот тут вот. И, собственно, да, смотрите на руку, смотрите на табулатуру и играйте. Вот. Ну да, это вступление, оно, короче, там во всех. Короче, это вступление, проигрыши и все вот такое. В общем, поехали. Мы, ну, короче, все разобрали. Часть одну, то есть вступление, он же проигрыш. Вот, и сейчас переходим к куплету. Так, что у нас в куплете? В куплете играется вот такая вот штука. То есть переход у нас вот такой. Доигрываем вот эту штуку. Пятый лад на пятой струне, четвертый и второй. Вот, короче, да, вот так вот звучит это все. Разбирать это все, прям говорить дословно каждую ноту, потому что бесполезно, как по мне. Есть табулатура, вот, блин, по табулатуре играйте. Просто смотрите и слушайте, что играю я, типа, чтобы ориентироваться, как вообще, с какой длительностью ноты играть и все такое. Вот. Ну, в общем, сейчас опять сыграю медленно и все. Ну, что тут, типа... Потом второй лад наиграем с палм-мьютом. Четвертый лад один раз. Открытую пятую струну. Вот. Да, ну я не знаю, тут как бы все просто. Можете играть как переменным штрихом. Я играю это все вниз, даунстроком. Вот.
Сейчас, короче, тут будут табулатуры. И да, вот, поехали. Припев это, наверное, самая сложная тут часть. Ну, по крайней мере, мне она не особо легко далась из-за некоторых штук. В общем, доигрываем мы вот эту вот штуку. Кстати, синтимедиатор супер старый, супер стертый. Ладно, вот. И потом мы переходим к проигрышу, то есть также вот таким вот переходом, такой же переход, что и от вступления к куплету, ну либо опять-таки от проигрыша к куплету. В общем, играем эту штуку. Вот. Итак, что у нас тут играется? В припеве. Вот такая вот штука. Короче, я только что прям демонтировал это видео, и сейчас я замьючу телек, который, блин, его выключил. Вот. Сложно было, как бы, я старался. Да, поэтому, как бы, лайк. Я хочу лайк. А, на самом деле, хотите, ставьте, хотите, нет, но я... усиленно трудился, скажем так, над этим видео, и оно мне далось нелегко, но тем не менее я его сделал, и оно скоро выйдет. Ну, точнее, как когда вы это видите, оно, разумеется, уже вышло. Так что все, как бы, если было полезно, ставим лайки, подписываемся, смотрим другие разборы. Возможно, вам будут они интересны. Такие дела. Все, всем удачи и всем пока.